Пьяная автоледи заснула прямо под боком у автоинспекторов. Женщина устроила аварию на гордеевском пятачке, но была настолько пьяна, что не дождалась окончания оформления документов и заснула в машине ГИБДД. Правда, сначала успела смутно объяснить, как все произошло. Я не врезался в машину. А что случилось? В Гордеевке я врезался в машину. Я стал поворачивать, она уехала. Но она просто уехала и все. Видать, не заметила. Не знаю. Можно было, конечно, чуть объехать. Никак не случилось. Пытался уехать вообще, что ли. Рулем крутил, газу давал. Пришлось отобрать у нее ключи. Она не в состоянии ехать, и я вообще не знаю, как она здесь оказалась. Вообще, она второму водителю, который потерпевший, она объясняла, что у ней астма, и она очень торопится. Ну, когда я, говорю, дверь открыл, я понял, что там за астма. Ее был ужасный запах просто, я закусить хотел. В присутствии понятых данной гражданке было предложено пройти свидетельство о состоянии алкогольного опьянения, от чего она отказалась в присутствии понятых, после чего предложили пройти медицинское свидетельство. Данная гражданка также отказалась. Если честно, авария здесь, это, ну, как бы, в месяц раза 3-4, это точно, но пьяность за рулем, это, конечно, перебор. Надо лишать пожизненно таких, чтобы таких людей не было на дорогах, однозначно, потому что, ну, это ужас.